Всем привет! Меня зовут Марина, и мы с вами находимся на канале о вязании. Сегодня в этом видео предлагаю вместе со мной связать вот такие вот красивые слитки. Данные слитки смотрятся очень красиво и интересно, но при этом вяжутся очень просто и быстро. Данные слитки вяжутся просто таким вот цельным полотном, и в конце мы просто здесь сошьем. И у нас вот такая красота с вами получится. Шов получается гладкий с двух сторон. Сшивать мы будем по кромочным петлям. И поэтому в процессе носки этот шов никакого дискомфорта не доставит. Он идет гладкий и с одной, и с другой стороны. Для вязания данных слитков нам понадобится пряжа. Я буду использовать пряжу Alize Lana Gold. По составу это у нас идет 51% акрила и 49% шерсти. И по метражу на 100 грамм 240 метров. Для вязания данных слитков нам понадобится два цвета пряжи, чтобы это выглядело красиво и интересно, то рекомендую подобрать какие-то два контрастных цвета, так, чтобы это смотрелось еще более интересно и ярко. В мастер-классе данные слитки я буду вязать на размер ноги 36-39, но в процессе вязания я обязательно буду говорить, какую деталь нам необходимо связать больше или меньше, если вы захотите данные слитки связать на другой размер ноги. Также для вязания нам понадобятся спицы. Я буду вязать вот на обычных чулочных спицах, вот они у меня идут, обычные чулочные спицы, диаметр 3 мм и длина спицы у меня идет 20 сантиметров. Также в конце нам понадобится крючок для того, чтобы спрятать наши кончики, иголка, чтобы сшить наш следок. Поэтому, друзья, если вам нравятся данные слитки, предлагаю связать их вместе со мной. Поэтому берем пряжу, готовим спицы и приступаем к вязанию. Поэтому сейчас вот на две спицы обычным способом набора, то есть с помощью длинного хвоста, я набираю 22 петли. Вяжем первый ряд. Первую кромочную петлю я снимаю. Дальше все петли я буду вязать лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я буду всегда провязывать изнаночной петлей. Вязание я вот переворачиваю и приступаем к вязанию второго ряда. Во втором нашем ряду мы также кромочную петлю первую снимаем. Все остальные петли я также провязываю лицевыми. Здесь также последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. Далее вязание я опять разворачиваю на лицевую сторону, и также все петли я буду провязывать лицевыми. То есть и в лицевых, и в изнаночных рядах я все петли буду вязать лицевыми. Первые кромочные петли я буду просто снимать, последние кромочные петли я буду провязывать изнаночной петлей. Теперь давайте разберемся с принципом вязания самого слитка. Значит, смотрите, вот от этого момента мы начали вязать наше полотно. Вот оно у нас идет. Ширина вот этого моего полотна получается вот 11 сантиметров. Так, давайте проверим. Вот, да. Вот эту часть, когда мы сейчас провяжем вот повыше, петельки вот все расправятся, так как по началу вязания сложно судить, какой ширины полотно у нас получится. И вот по итогу, когда мы сейчас выше провяжем вот эту деталь, ширина этой детали должна получиться 11 сантиметров. 11 сантиметров это и будет вот эта часть нашего слитка. То есть вот данные слитки, если их одеть на ногу, то высота вот получается где-то примерно до щиколотки. То есть, соответственно, если вы хотите, чтобы этот следок был чуть ниже, то, соответственно, вам на несколько петель нужно будет набрать меньше, нежели мы сейчас набирали вот на спицы. Но вот эта высота, как для взрослой ноги, я считаю, такая оптимальная. То есть она хорошо держится на ноге,
они получаются и не сильно высокие, но и не сильно вот эта пятка получается такая короткая, и вот за счет и высоты, и дополнительной вот этой обвязки данный следок отлично держится на ноге. То есть, соответственно, количество вот этих петель, которые мы с вами набрали, вот оно и будет играть роль, какой вот высоты вот эта часть следка у вас получится. Дальше мы продолжим вязать вот эту деталь с вами. Вот это количество рядов. Сейчас я скажу, сколько рядов необходимо провязать. То есть вот я набрала на спице 22 петли. И вот, как я сказала, если мы деталь эту выше провяжем и потом измерим ее ширину, ширина ее должна соответствовать 11 сантиметрам. Дальше, если мы это сейчас начертим на отрезке, вот наш отрезок, это то полотно, которое необходимо нам будет провязать. То есть вот начало нашего вязания, вот конец нашего вязания. У нас будет идти центральная часть, ну вот просто схематически. Центральная часть, это будет вот это. Далее по ходу вязания мы, когда свяжем эту центральную часть, мы ее сюда запишем, сколько это у нас получилось в сантиметрах. Но вот эти боковые части я сейчас буду вязать по 13 сантиметров. Количество сантиметров, которые у нас вот займет наша центральная часть, как я сказала, мы эту цифру запишем чуть позже, но если вы данные следки будете вязать вот на любой размер взрослой ноги, то вот это вот количество рядов центральной части я бы не меняла. То есть размер следков я бы регулировала вот этим количеством рядов, ну или провязанных сантиметров. Ну, то есть, соответственно, это мы сейчас, как я сказала, вяжем следки на размер ноги 36-39. То есть, соответственно, если вам следки нужны большего размера, то я бы рекомендовала просто вот в этих частях добавить вот по несколько дополнительных провязанных рядов. Соответственно, если следки нужны меньшего размера, то на несколько провязанных рядов относительно того, что мы сейчас будем вязать, вы провязываете меньше. Но количество рядов, из которого мы будем вязать нашу центральную часть, я бы не меняла для любого размера взрослых следков. Как я сказала, вот это полотно в высоту мы сейчас с вами должны будем провязать 13 сантиметров. Или если мы будем считать по платочным дорожкам, вот этот наш наборный край я тоже буду считать. То есть вот мы провязали раз, два, а я сейчас буду провязывать так, чтобы вот этот фиолетовый отрезок до нашей центральной части состоял из 27 платочных дорожек. Это с учетом нашего наборного края. Или, если ваша плотность отличается от моей, ваш отрезок этот должен соответствовать 13 провязанным сантиметров. Итак, я закончила вязать вот эту деталь. Как я сказала, я провязала с наборным нашим краем 27 платочных дорожек. Или, если мы измерим эту деталь в сантиметрах, у меня получается, ну вот, 13 сантиметров. И ширина 11 сантиметров, все как я вам и говорила. И сейчас мы будем приступать к вязанию нашего мыска. Нить, которую мы сейчас вязали, вот основное полотно, мы не отрезаем, но берем дополнительную ниточку контрастного цвета. У меня это будет белый цвет. И сейчас первую кромочную петлю я провязываю ниточкой белого цвета лицевой петлей. И дальше также я все петли вяжу ниточкой белого цвета, провязывая все эти петельки лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей. Первый ряд белым цветом я провязала, вязание переворачиваю на изнаночную сторону и приступаем к вязанию второго ряда. Первую кромочную петлю я снимаю и дальше опять я вяжу ниточкой белого цвета, все петли провязываю лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я буду провязывать изнаночной петлей.
Вязание перевернула на лицевую сторону, и теперь вот сбоку я поднимаю сюда ниточку фиолетового цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. Это наша первая петля. Дальше вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, восьмая, девятая, десятая, 11 и 12. 12 петель фиолетовым цветом я провязала. Теперь вязание я сразу переворачиваю вот на изнаночную сторону. Последнюю петлю я также, вот видите, провязала 12 лицевой петлей. Вязание перевернула на изнаночную сторону и вяжем эти 12 петель обратно вот по изнаночной стороне. Вот эту первую кромочную петлю я снимаю и дальше вот вяжу эти 12 петель по изнаночной стороне обратно. Последнюю кромочную петлю ее провязываю изнаночной петлей и снова вязание переворачиваю на лицевую сторону. Беру ниточку белого цвета и теперь первую кромочную петлю я также провязываю ниточкой белого цвета вот лицевой петлей. И дальше вот вяжу 1, 2, 3, 4, 11, 12. Дальше продолжаем вязать 13, 14, 15, 16, 17. То есть здесь мы провязали второй раз нашу белую полоску 17 лицевых петель. Здесь вот у нас 5 петелек осталось. И сейчас вязание я наше переворачиваю опять на изнаночную сторону. И эти 17 петель, вот первую кромочную петлю я снимаю. Рабочая нить у меня сейчас расположена перед работой. Вот я ее снимаю. И дальше я продолжаю вязать все петли лицевые. Это я вяжу изнаночный ряд. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провяжу изнаночной петлей. И снова я вязание переворачиваю на лицевую сторону и беру ниточку фиолетового цвета. Первую кромочную петлю я провязываю ниточкой фиолетового цвета. И дальше опять ниточкой фиолетового цвета я вяжу 12 петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, и вот 12 петля. Вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону и эти 12 петель ниточкой фиолетового цвета я вяжу лицевыми вот по изнаночной стороне. Последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И снова я наше вязание переворачиваю вот на лицевую сторону. И теперь я беру ниточку белого цвета. Первую кромочную петлю я провязываю лицевой. И дальше все петли, то есть все 22 петли, я провязываю до конца ниточкой белого цвета. То есть здесь в этом ряду мы все петли вяжем лицевыми. Последнюю вот кромочную я провязываю изнаночной петлей и вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. Первую кромочную петлю я снимаю и по изнаночной стороне я также эти все петельки провязываю лицевыми до конца. Последнюю кромочную я провязываю изнаночной петлей. Вот таким образом выглядит сейчас мое вязание. Теперь смотрите, давайте я вам расскажу, каким образом мы дальше будем вязать петли нашего мыска. То есть смотрите, если мы здесь посмотрим на наш следок вот в готовом виде, то соответственно все фиолетовые вот эти полосы мы будем вязать вот через два ряда, то есть белым вяжем туда обратно, затем фиолетовым туда обратно, белым туда обратно, фиолетовым туда обратно. То есть вот через два ряда мы всегда будем вязать вот фиолетовые вот эти вот ряды. И всегда фиолетовые эти ряды мы будем вязать 12 петель. То есть 12 петель провязали, развернулись
и по изнаночной стороне также эти 12 петель провязали лицевыми петлями. Дальше берем ниточку белого цвета. Что касается наших белых полос, то здесь тоже все на самом деле очень просто. Полосы эти белые мы будем вязать через одну. То есть одна у нас будет идти длинная, вторая короткая. Одна длинная, следующая будет полоса короткая. Длинная — это мы прям все-все-все петли провязываем до конца, разворачиваемся и эти все 22 петли вяжем обратно. Дальше фиолетовая полоса у нас идет. И дальше белая короткая полоса. Белая короткая полоса — это мы, значит, вяжем 17 петель, то есть не довязываем до края, 5 петель. То есть 17 петель белой ниточкой провязали, развернулись обратно и вяжем эти 17 петель по изнаночной стороне. Дальше вот опять мы взяли ниточку фиолетового цвета, 12 петель туда, 12 обратно, и значит длинная короткая, это у нас получилась длинная полоса. Длинная — это мы, значит, вяжем все-все-все петли, 22 петли, разворачиваемся и эти 22 петли вяжем обратно. То есть, смотрите, соответственно, белую полосу мы сейчас провязали, берем ниточку, вот, поднимаем фиолетового цвета и вяжем, значит, первую кромочную петлю я провязываю вот лицевой, так как у нас идет смена цвета. Вот раз, это у нас кромочная петля, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. То есть вот эти полосы фиолетовые, то мы будем вязать вот наш мысок по 12 петель. То есть 12 петель провязали. Вязание я наше переворачиваю на изнаночную сторону. Кромочную петлю вот я снимаю и вяжу эти 12 петель по изнаночной стороне, провязывая все петли лицевые. Последнюю кромочную петлю ее провязываю изнаночной петлей. Фиолетовую полосу мы провязали, вяжем теперь полосу белого цвета. Можем считать, длинная начинали, так как мы с длинной, короткая, длинная. Теперь следующую полосу белого цвета мы будем вязать короткую. Короткая белая полоса у нас будет равна 17 петлям. Первую кромочную я провязываю белым цветом и дальше вот вяжу 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 петель вот я провязала, 5 петель у нас вот здесь осталось. То есть мы сейчас вяжем полосу короткую, поэтому вязание я наше переворачиваю. И эти 17 петель я также вяжу по изнаночной стороне лицевыми петлями. Первую кромочную петлю я снимаю, последнюю кромочную петлю я провязываю изнаночной петлей. И вот опять моя лицевая сторона, и соответственно я беру ниточку фиолетового цвета и вяжу 12 петель ниточкой фиолетового цвета туда и обратно. Далее беру ниточку белого цвета и по вот нашим вот этим подсчетам длинная, короткая, следующая белая полоса у нас будет длинной. Длинной — это мы все 22 петли провязываем вот до конца туда и обратно. И дальше берем ниточку фиолетового цвета. То есть, надеюсь, принцип вязания вот этого нашего мыска вам понятен. Теперь, сколько же всего мы должны провязать наших белых полос? Вот мы будем ориентироваться на наши белые полосы. Вот их 1, 2, 3, 4. То есть пока что мы их провязали 4. А всего у нас этих полос должно быть, смотрите, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 и 21 полоса. В конце мы закончим вязание вот 21 белой полосой, и она у нас как раз должна получиться длинная. То есть мы сейчас считали с вами именно белые полосы. То есть вяжем сейчас по вот этой схеме, что я показала, чтобы в конце вот как раз у нас было 21
белая вот такая полоса. Итак, вот я вывязала все необходимые ряды для моего мыска. Как я сказала, у меня сейчас, вот если пересчитать, получилось 21 дорожка белая. Начинала я провязывать белым цветом вот полностью 22 петли и закончила вот все по рисунку. Если провязывать, получается, тоже мы должны закончить последнюю вот белую нашу дорожку, провязывая все 22 петли лицевыми. И вот так это все у нас сейчас выглядит. Видите, у нас идет это все на скругление. Давайте вот, наверное, по вот этой части мы сейчас измерим, сколько эта часть у нас получилась в сантиметрах. Так, смотрите. Ну, вот где-то примерно 20, даже, наверное, 21 сантиметр получилась вот эта часть моего мыска. Дальше ниточку белую вот от моточка я обрезала. Она нам больше не нужна. И дальше продолжать вязание мы будем ниточкой фиолетового цвета. Дальше вот я опять вяжу первую кромочную петлю. Я провяжу лицевой, так как у нас здесь идет опять смена нити. И дальше опять я все петли вяжу лицевыми. Последнюю кромочную петлю в конце ряда я провязываю изнаночной петлей. И теперь, то есть вот, если я вязание наше сейчас так положу, мы должны сейчас провязать вот в этом направлении точно такой же участок, как и здесь. Мы вязали вот до нашего мыска мысок, и столько же рядов мы провяжем фиолетовым цветом после нашего мыска. То есть, напомню, эту часть мы вязали 13 сантиметров. То есть здесь, соответственно, от белой нашей полосочки мы также будем вязать эту часть просто фиолетовым однотонным цветом 13 сантиметров. Это у нас получалось с наборным нашим краем 27 дорожек. Соответственно, здесь мы вяжем сейчас 26 дорожек. И вот 27 дорожкой мы будем запускать наши петли. Итак, вот я вывязала необходимую длину полотна. Давайте тоже сразу измерим ее длину в сантиметрах. Ну вот получается, эта часть также у нас получилась 13 сантиметров. Теперь нам осталось только закрыть петли и сшить наш следок. Закрывать петли я буду обычным способом, то есть первую петлю вот я снимаю, вторую петлю я провязываю лицевой и вот снятую протягиваю через провязанную. Опять провязываю петлю лицевой, протягиваю. Край этот сильно мы не перетягиваем, стараемся закрывать так, чтобы это было все-таки эластично. Вот у меня осталась последняя петелька. Петельку эту я вытаскиваю подлиннее, и кончик здесь я наш отрезаю. Единственное, отрезаю с тем учетом, что этой ниточкой мы сейчас будем сшивать нашу подошву. Далее я в нашу эту петельку продеваю вот этот наш кончик от моточка, который мы обрезали. Ниточку вот я вытащила и аккуратно эту петельку затягиваю. Теперь кончик ниточки я должна продеть в иголку с большим ушком. Сшивать подошву у нашего следка мы будем по лицевой стороне. Поэтому я беру два края, складываю их между собой. Вот у меня идет ниточка с иголкой. И теперь сшивать следок мы будем по кромочным петлям. То есть вот наша кромочная петля. Я буду вводить иголку вот с изнаночной стороны на лицевую. То есть снизу вверх. Идем на эту сторону. Здесь также я смотрю, где моя кромочная петля. Тоже с изнаночной стороны на лицевую. Я вставляю иголку в кромочную петлю. И ниточку вытаскиваю. Следующая кромочная петля также с изнанки на лицо. И на другую сторону также с изнанки на лицо за кромочные петли.
Таким образом, вот за кромочные вот эти косички поочередно, сначала с одной стороны, потом с другой стороны, иголку всегда мы будем вводить вот с изнаночной стороны на лицевую, верхняя сторона у нас является лицевой, мы сшиваем нашу ступню до конца. Единственное, вот здесь, вот, где у нас идут наши полоски, нужно будет контролировать так, чтобы каждая из этих полосок совпадала между собой. И вот здесь я уже почти сшила все до конца. Вот хочу показать, что, видите, все полосочки мои соответствуют. То есть я поочередно сшиваю белую-белую, фиолетовую-фиолетовую. То есть вот у меня остались последние. Давайте вместе сошьем фиолетовое с этой стороны и фиолетовое вот за кромочные петли с этой стороны. Бело-бело. Здесь вот в конце у нас осталось белое и фиолетовое. Теперь вот здесь иголку мы вставляем и выводим на изнаночную сторону. В конце нам останется только спрятать этот кончик по изнаночной стороне. Вот идет наша лицевая сторона. Вот я хочу показать, что здесь абсолютно все гладко, нигде ничего не выступает. И с этой стороны вот идет такая у нас изнаночная сторона. Никаких больших выступающих вот краев здесь нет. Теперь нам осталось сшить только вот эту заднюю часть нашего следка. Смотрите, вот я сейчас посмотрела, вот кончик от наборного нашего края. У меня он, конечно, короткий. К примеру, если у вас остался этот кончик длинный, то вот эту заднюю часть следка вы можете вот сшить как раз-таки вот этим кончиком от наборного нашего края. Но он у меня короткий, поэтому я его потом в конце спрячу. Сшивать мы также будем по лицевой стороне. И вот здесь вот я вставляю нашу иголку. Никаких закрепляющих узелков я здесь тоже не завязываю. Этот кончик я потом в конце спрячу. Поэтому вот я до конца ниточку не вывожу. И этот кончик я также вот кладу вовнутрь. И теперь здесь мы также будем сшивать вот эту заднюю часть по нашим кромочным петлям. Сшивать я буду, вот здесь вот будет хорошо видно, за вот эти вот верхние дужечки петель. Я также буду вводить с изнаночной стороны на лицевую, с одной, затем с другой стороны. Все, я сшила заднюю часть следка до конца. Теперь можно вот по изнаночной стороне, вот под соседние петельки, вот так вот за кромочные, этот кончик сейчас вывести на изнаночную сторону, чтобы потом нам осталось его только закрепить и обрезать. Вот так. Сильно здесь не перетягиваем. И осталась последняя деталь, которую мы должны сшить. Это вот здесь небольшой участок, там, где у нас расположен наш мысок. Сшивать я буду, смотрите, вот если мы посмотрим, я держу следок лицевой стороной к себе. Раз, два, три. С третьей дорожки вот фиолетового цвета. Здесь также я отсчитываю раз, два, три, третью дорожку фиолетового цвета. Этих два края соединяю между собой. И вот этот участок я сейчас должна сшить. Сшивать я также буду вот по кромочным петлям. Раз, два, и вот третья, вот фиолетовая кромочная петля. Вставляю сюда иголку. Кончик вот здесь никаких также узелков я не делаю. Я его вовнутрь кладу. Здесь также вот раз, два, и вот третья кромочная петля. Точно таким же образом, как мы сшивали нашу ступню, мы сшиваем вот этот вот небольшой участок с изнанки на лицо, выводя иголку в
кромочные петли. С учетом того, что здесь у меня будет расположен вот цветок, декор какой-то в любом случае, то я вот этот белый участок также продолжаю шить ниточкой фиолетового цвета. При желании можете сейчас ниточку сменить и на белый цвет, но здесь это сильно заметно не будет. Поэтому я продолжаю сшивать белую часть ниточкой фиолетового цвета. И этот кончик я вывожу на изнаночную сторону. Ниточку сейчас я здесь вот обрезаю, затем нам останется только спрятать наши кончики. Вот таким образом сейчас следок у меня выглядит. Теперь мне осталось только сделать обвязку, и вот цветочек я уже сюда для этих следков связала. Подробный мастер-класс, как связать вот такие вот цветочки, есть у меня на канале, ссылочку я вам оставлю ниже в инфобоксе. Также вам оставлю ссылочку, где я заказывала вот такие пришивные стразы. Обвязку я буду делать с помощью крючка, и я ее буду делать ниточкой белого цвета. Что же дает нам эта обвязка? Ну, во-первых, это смотрится более красиво. Да? Во-вторых, когда мы делаем обвязку с помощью крючка, вот этот край, он получается такой стабильный и фиксированный. И благодаря вот этой обвязке следок будет хорошо держаться на ноге и не будет спадать с пятки, так как здесь все-таки край, он получается такой более свободный, нежели вот здесь. Но при этом нога хорошо, свободно входит, и никакого дискомфорта это не доставляет. Обвязку я буду делать крючком 3 мм. Вот сюда, где идет наш мысок, в серединку. Я в кромочные петли вставляю вот наш крючок, беру ниточку белого цвета и вот вывожу первую нашу петельку. И далее под каждую вот эту кромочную петлю мы будем провязывать по одному столбику без накида. Поэтому вот по кругу обвязываем этот ряд до конца столбиками без накида под каждую кромочную петлю. Первый ряд обвязки я сделала, и второй ряд я буду обвязывать просто соединительными столбиками. То есть я в каждую нашу кромочную петлю буду вставлять крючок, вынимать петельку и сразу же эту петельку вот продевать через ту петлю, которая у нас находится на крючке. Вот петля находится одна на крючке. Я вставляю крючок в следующую кромочную петлю, вынимаю петельку и эту петельку сразу же продеваю в ту петлю, которая у меня находится на крючке. Тоже провязывать этот ряд, когда мы будем контролируем натяжение так, чтобы край этот не был сильно перетянут. Поэтому вот довязываем соединительными столбиками второй ряд нашей обвязки до конца. Второй ряд я довязала до конца. Вот моя петелька. Здесь я вот провязываю одну закрепляющую петлю и ниточку обрезаю. Теперь эту петельку я вытаскиваю и аккуратно здесь затягиваю. Далее вот по изнаночной стороне этот кончик мы с вами спрячем. Далее кончики по изнаночной стороне прячем самостоятельно, любым удобным для вас способом. Как связать данный цветок, я сказала, что подробный мастер-класс есть на канале, ссылочка будет ниже в инфобоксе. Когда цветочек будет готов, просто сюда, в это место мы его с вами пришьем. И вот такие замечательные следки у нас с вами получились. Итак, друзья, надеюсь, данное видео было для вас понятным и полезным. Поэтому поддержите меня обязательно пальчиком вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Ну а мы с вами будем прощаться. Обязательно еще встретимся в новых видео. Всем большое спасибо за просмотр и всем пока-пока!